Вставляем нагрузку. Я думаю, два отделения достаточно. У кого старая модель, там штыречка втекается. Нижнюю ручку держит за правую ручку, левую руку. Встаем. За левую правую руку. Встаем с коленом. Получается ниже. Через стопы разводим. При выполнении упражнения сказать, чтобы локоть шел первым, а кулак вторым. То есть ни в коем случае не так, а вот, чтобы грузился все модель. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Загадов. До новых встреч. Пока.